Всем привет, ребята! Сегодня наши котики Том и Анжела отправились на курорт. И вот они решили покататься на аквабайке. И сегодня они покажут, как здорово они умеют преодолевать препятствия и выполнять различные миссии. Вот смотрите, миссия сегодня. Сбиваю спасательные круги, собираю ускорение и проедь между двумя игрушечными лодками. И первая у нас поехала Анжела. Самое тяжелое это будет найти игрушечные лодки, потому что они очень редко встречаются, особенно когда они очень нужны. Вот она, спасательные круги сбила, и одну часть миссии завершила наша кошечка Анжела. Ребята, кому нравится, как наши котики ездят на аквабайке, ставьте лайки. И пишите в комментариях, кто любит, чтобы побеждала Анжела, а кто хочет победы котика Тома. Вот, Анжелочка очень любит проходить курс слалома и сбивать надувные матрасики и бананчики. Ребята, а кто из вас еще играет в эту игру, напишите в комментариях. И вот нашу Анжелу ждала неудача. Она немножко не рассчитала свои силы и врезалась. Но ничего, она решила еще раз попробовать. Интересно, что же ее ждет? Сможет ли она найти эти две игрушечные лодки и проехать между ними? Кому же сегодня повезет выполнить эту миссию? Вообще, ребята, у кошечки Анжелы очень здорово получается кататься на аквабайке. Она любит вот эти сундучки с сокровищами, очень-очень любит их собирать. Классно прокатиться бы на таком аквабайке, ребята, да? Особенно в зимнюю пору, когда погода не очень хорошая. Хотелось бы отправиться в теплые страны, на море и прокатиться на вот таком замечательном аквабайке. Анжела чуть-чуть пропустила один буёк в слаломе. Ну, а теперь удачно собирает все звездочки. Она старается набрать побольше звездочек, потому что все-таки она хочет побить рекорд. Для нее это очень важно. Анжелочка любит побеждать. И она всегда хочет, чтобы она смогла опередить котика Тома и по очкам, и по заработанным сокровищам. Ребята, а вы если играете в эту игру, кем вы больше любите играть? Котиком Томом или кошечкой Анжелой? Напишите в комментариях. И вот наша Анжела ожидала неудача. Вот. Рекорд она не побила, всего лишь 70 тысяч очков. И осталось еще три лодочки найти и между ними проехать. Ну что, теперь очередь котика Тома. Неужели ему удастся сделать эту часть задания? Посмотрим, на что же способен наш котик Том. Вот, у котика Тома очень здорово получается. А Анжелочка наблюдает за ним. Как же здорово едет наш Том. Конечно, она очень-очень хочет, чтобы котик Том побыстрее проиграл, и кошечка Анжела снова начала ехать на аквабайке. Но котик Томик верит в свою победу и надеется, что он, как опытный мастер аквабайка, победит в этом заезде. Но я, честно, почему-то люблю, когда побеждает Анжела. И котик Томик иногда ей может уступать, как это делают настоящие мужчины. Вот так, котик Том тоже с курс слалома проходит. Здорово. Тоже старается собирать побольше звездочек, чтобы побить рекорд. А кто же побьет сегодня рекорд, мы узнаем. Так что давайте смотреть дальше, кого ждет победа сегодня. И кто же окончательно завершит свою часть миссии. Нет.
так сундучок с сокровищами подобрал наш котик. И еще один, вот это везение. Мне кажется, там очень-очень много опыта в этом сундучке. Смотрите, как старается котик подобрать все-все звездочки. Классно, сколько арбузиков. Ребята, кто из вас любит арбузики, напишите в комментарии. И вот Тома снова ожидала неудача. Так, рекорд он не побил и даже ни одной лодочки не проехал игрушечно. Не повезло нашему котику, он снова хотел ехать, но Анжела его опередила. И теперь очередь Анжелы, смотрим. И вот кошечка Анжела с уверенностью начала проходить трассу. Она уверена в своей победе. И я тоже верю, что Анжелочка сможет побить рекорд. Ну, почему-то мне так кажется. Потому что она с самого начала была настроена, уверена в своей победе. Так что, ребята, кто болеет за кошечку Анжелу, ставьте лайки. Хотелось бы еще посмотреть, как другие друзья котика Тома ездят на аквабайке. Но пока мы можем видеть только Анжелочку и Тома. Хотелось бы еще узнать, как Хэнк, Бен справляется с этим заданием. И Джинджера бы хотелось посмотреть. Анжелочке сейчас хорошо, она подобрала кулачок неуязвимости. И теперь она может спокойно ехать. Классно, когда кулачки попадаются. Анжелочка очень радуется этому и тогда начинает крушить на своем пути все подряд. Но пока что она без кулачка, поэтому она старается аккуратно ехать. Вот эта скорость у нашей кошечки, посмотрите, она очень удачно проехала. И вот смотрите, снова можно разбивать все подряд, тем более на такой скорости. Вот эта скорость, Анжелочка, как здорово у нее получается. Классно. Мне нравится сегодняшнее путешествие наших котиков и Тома, и Анжелы. Смотрите, как классно. Анжелочка проезжает мимо всех камней. Так, теперь надо беречься от опасностей или же ждать нового кулачка с защитой. Пока что Анжелочка молодец. У нее здорово получается. Вот ее любимые бананчики и матрасики. Видите, она старается не получать замедление скорости, чтобы быстрее проехать трассу. Анжела очень любит быструю езду. И вот ее любимый сундучок. Смотрите, лодки. Но почему-то они не засчитались. Наверное, какие-то другие должны быть маленькие лодочки. Так, 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 Анжелочка снова. Ай, видели, кулачок она случайно не подобрала. Наверное, она уверена в своей скорости и поняла, что ей кулачок брать не надо. Вот сейчас она его взяла. Но все равно старается ехать очень аккуратно. Вот здорово она как прошла курс слалома. Посмотрите, как много очков уже у нашей кошечки Анжелы. 150 тысяч очков, а надо 160, да? И мне кажется, Анжелочка сможет сегодня побить рекорд. Вот эта скорость, посмотрите, супер ускорение. Анжела просто молодец. Вот она одновременно выполнила миссию и побила рекорд. Посмотрите. Анжелочка проехала между лодками, еще и побила рекорд. 176 тысяч очков. Поздравляем нашу кошечку. Она сегодня здорово каталась на аквабайке. Котик Томик ее поздравил, что она смогла выполнить миссию, очень сложную, побив рекорд. Ребята, поздравим нашу кошечку Анжелу. Кто болел за кошечку Анжелу, ставьте лайки. Ей будет очень приятно. Ну что, а сейчас мы прощаемся с нашими котиками. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.